Здравствуйте, приветствую вас на своем участке. Рассказ о саде для ленивых. Прошлый наш выпуск был о том, как в каком виде мы застали сад, приехав почти в середине июля. Вот, первый раз, в общем, за сезон, в каком он был состоянии. Я вам покажу, что мы успели сделать. Вот мне сын, когда привез, буквально один день покосил, и прошло 4 дня, и я потихонечку пропалываю, ну вот ухаживаю за ним. Но я сейчас, в данный момент, хотела бы вам просто показать, в каком состоянии у нас растения, без подкормки, без каких-то, без полива, в первую очередь. Конечно, я вам показываю гортензию. Второе, это у нас туи. Ну, в принципе, туи, конечно, в общем-то, чувствуют они себя хорошо всегда. Им уже много лет, около 18 лет. Рассказывала вам, как вот дом уже, видите, полностью виноград завил. И, значит, мы приближаемся к патио. Бузина черная чуть-чуть подмерзла наверху. Ну, быстро мы ее сейчас потихонечку кончики обрезаем, и она восстанавливается. Ну и дальше в патио, значит, у нас здесь хоста, которая прекрасно себя чувствует. Здесь она уже цветет. Находится спирея японская, которая розовый цвет дает. И естественно, пионы у нас отцвели. Вот, остались травы. И вы видите, вот потихонечку у нас зацветает астильба. Вот. Состояние, в общем-то, у всех хорошее. Но сейчас вам покажу огородик, который у нас потихонечку обретает свои, значит, черты. Естественно, вот за 4 дня мы не смогли до конца не обработать землю, ничего не посадить. Это еще только предстоит. Но, к сожалению, по всей видимости, уже здесь ничего такого обилия мы не сможем посадить, что планировали, потому что, сами понимаете, середина июля – это не время для посадок. Вот стоит наш веселое пугало. Вот. Давайте посмотрим, в каком состоянии у нас. Прекрасно у нас чувствует себя мята, прекрасно цветет. Вот на заднем плане яблоня тоже хорошо себя чувствует. Наши клены. Клен, татарский клен генала приречный. Вот я уже говорила о нашей спиреи. Вот сливы. На сливах вы видите, сливы уже зреют, есть маленькие сливки. Вот. Ну, конечно, сорняков было много. Но, как видите, никакие за это время не пострадали растения. И у нас вот прекрасно себя чувствуют и декоративные кусты. И обилие смородины. Которую, в общем-то, надо быстрее собирать тоже. Ну, давайте дальше пройдем, посмотрим наши растения. Ну, это пока вот